Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой первый мяч за этот клуб в матче полуфинала Кубка французской лиги против «Динамо». Маньчжурцы играли в меньшинстве с 14-й минуты и в итоге уступили в серии после матча в пенальти. Но Головин к этому времени был уже заменен. От усталости у него начало сводить ноги.